Приветствую вас, дорогие друзья, в игрушке Saint Bell. С вами канал Дариди, и мы начинаем это первый взгляд. В общем, в этой игре нам нужно, как вы заметили, проделать туннель для шариков, чтобы они упали в грузовую машину, да, и уехали по месту назначения. Ну что, давайте попробуем. Так. А, вот, мы шарики смешали, прикольно. Так что можно взять ключик. Взяли ключик и... Отлично! Машина загружена и поехала. Поехала доставлять шарики. В общем, я таки надеюсь на ваши лайки и комментарии. Это очень круто помогает. Также подписывайтесь уже на канал Дариди и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать все самое интересное. Так, тут что-то я ошибся. Ну-ка. Вау, прикольно, слушай. Офигеть. Прикольная игра для... Прикольная игра антистресс, я думаю. Офигенно. Можем вот сюда. Давайте можем сюда. Можем разделить. Можем... А если мимо? Давайте мимо попробуем. Что будет? Так, ну-ка. Раскатились. Не, ну этого недостаточно. Этого недостаточно. Я думаю, надо переиграть. Давайте переиграем. Сначала сюда идем, потом вот сюда. Отлично. Это завораживает. Катится вниз, отличненько. Потом сюда, 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 сюда. И машина загружается. Ну все, хватит, 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 хватит. Три звезды, просто идеально. Безупречно, как мне сказали. Санта, ребятки. Когда будет 100%, нам дадут Санту, может быть, подарки. Подарки от Сант нам дадут, если мы все идеально сделаем. Конечно же, 5 баллов. Движемся дальше, ребят. Это что такое, какая-то дыра? А, не отсюда появляется. Прикольно, тут бомба. Она сейчас, она сорвалась. Классно. Вау, вот это прикол. Вот это вообще офигенно. А можем, кстати, можем смотреть, что мы проделали, да, какой путь. Очень круто сделали. Так, ниже. Еще ниже. Офигенно, разработчики просто гений. Смотрите, что они сделали. Ну не чудно же это. Это просто чудесно, ребятки. Хочешь смотреть, что будет дальше? А что одна звезда? А, вот две звезды. Они еще падают. Эй! Мне кажется, не все доставили нам. Окей, ладно, заберу. А, можем домой пойти и посмотреть. Откроется после 7 уровня. А, шары. Можно тут шары другие выбирать. У меня пока что такие шары. Понятно. И идем домой. Что у нас еще новинка какая-то. Нам предлагают рекламы не будет и какие-то ништяки дадут. Ну что ж, мы продолжаем играть. Так. Так. А, они покатились, потому что они белые. Они должны быть заражены цветными. Тогда все будет хорошо. Так. Ну тут точно 3 звезды будет. Точно. Нет. Да, 3 звезды, отлично. Безупречно. Едем дальше. Ух ты, получить бесплатно. Конечно, давайте получим. А почему нельзя получить бесплатно? Надо рекламу, видимо, посмотреть. Так, ну окей. Скоро Санта у нас будет заряжен, ребятки. И полетит раздавать подарки. Понятно. О, это кто такой? Смотрите. Я выбираю... Я сторону должен выбрать. Давай налево пускай. Уху, ничего себе. Копилочка наша. Надо было по этой стороне идти или нет? Тут я опять выбираю сторону. Давайте по центру, по центру пойдем. И где-то больше будет, где-то больше, где-то меньше, да? Прикольно. Уху! Просто отлично, ребятки. Она раскололась, смотрите, раскололась. Ну, не чудно ли, ребят, просто офигительно сделано. 95 собрали рубинов, прикольно. Можем X5 получить за рекламку. Ну ладно, мы не будем этого делать. Идем дальше. Также выбираем сторону. А можно было две стороны, видимо, выбрать, да? Так, а давайте вот сделаем вот так, вот так. И вот так. Можем вверх посмотреть, что у нас там. Может, что-то не прокопано. Окей. Ну-ка. Ну, видите, не все едут. Иногда надо вверх поднимать. Окей, сюда идем. Я не вижу, что там. Там бомба. Бу-бу! Слушай, ну классно, очень классно сделали.
Три. Три звезды, ребят, безупречно. Едем дальше. Вау. Выбираем. 40, 40, 25. Можем еще три ключа использовать. Я думаю, нам это не надо. Скоро Санта у нас зарядится. Новые шары. А что, уже доступны новые шары? Открыть случайный шар. Давайте посмотрим, какой выпадет. Ух ты, новые шары, прикольно. Смотри, какие классные. Так, 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 так. Сюда. Не все укатились, не все, не все, не все. Отлично, теперь сюда. А-а-а! Не получилось, ребятки! Ну, ё-моё! Ну, вы сами видели, да? Ошибочка вышла. Так, ну все. Две, наверное, будет, да. Две, потому что не взяли шарики. Разблокирован песчаный город. Ух ты ж, ё-моё. И чё тут? Я тут еще строиться могу? Офигеть. И чё я могу тут построить? Значит, нифига себе, тут еще и стройка есть. Так, 300, у меня не хватит. Вообще ресурсов не хватает, 350. Потом, видимо, могу строиться здесь. Вау, это мой собственный остров. А это VIP. VIP будет стоять. Так, ну понятно. Окей, вернемся сюда, я думаю, еще. Нам надо заработать побольше. О, классно. Этот может сюда уже катиться. Так, отлично. Идем сюда. Сюда. Замечательно. Уху. Почему два? Там мы что-то не взяли, что ли? Санта, дай уже нам что-нибудь. Мы уже хотим. Хотим получить от тебя. Что-то полезное. Так. Давай, катись, 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 катись. Эй, тут какая-то перемычка. Она нам мешает. Дурацкая перемычка нам мешает. Офигеть. Она сейчас с нами будет теперь. Ё-моё. Три звезды, отлично, отличненько, отлично. Еще падает, еще падает. Так, теперь точно все. Поехали доставлять подарочки. Ну все, Санта, 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 100%, отлично. Вау. Новая машинка. Получить машинку. Ну да, мы же получили машинку. А почему нельзя машинку получить? Та-дам! Ох ты, бууу! Просто большой бадабум, ребятки. Офигенно. Просто офигенно. Отлично, отлично. Все, три звезды. Блестяще. Там еще одна. Блин, я бы хотел машинку Санту. Песчаный город. Так, VIP-эффект. А, это VIP-эффект такой прикольный. Ничего себе. А, вот, нам дали попробовать VIP-эффект. А где они? В смысле? Эй. Так нельзя было, нельзя было так. Надо обходить это. Там не все уехали. Прикольный эффект. Так, ну тут у нас нормально все. Красиво, красиво. И насколько мне дали VIP эффект? Почему-то новой машинкой я не могу управлять. Давайте лучше пойдем в песочный город, посмотрим, что мы там можем поставить. И зачем вообще? Построить, да, можем. Смотрите, 350. А, ну вот, мы прокачиваем его. Отлично. Плюс 15 нам дают каждые 4 часа. О, на что. Так, ну мы идем дальше пока что. Так, тут надо как-то разделить их. Вот так вот, соединяем вместе. Отлично. Отлично, хорошо.
теперь сюда. Эти вот так поедут. Вот так. У-ху! Так, ну все, 3 звезды есть. Безупречно. Забираем и идем дальше. О, опять выбираем. Это мне нравится. Это хорошо. Можно заработать хорошо. Давай по этой стороне поедем. Нормально, 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 нормально. Бу-бум. Бу-бум. Так, можем пос... А, нет, мы не можем вилять налево и направо. Ой-ой, куда покатилось, ой, куда покатилось. Бу-бум. А, 3 не взял, 3 не взял, не хватило. Как бы 109 было. Можно умножить на 5 разом. Нет. Так, получить VIP. А если я не хочу? Так. Надо по разам ехать. Ну прям завораживает игра, да? Бесплатно. Нет, спасибо. Какой уже 13 уровень, да? До 15 уровня можно дойти. И если вам игра понравится, то мы продолжим в ней играть. Все зависит от кого. Правильно, ребятки, от вас. От активности, от лайков, от комментариев. Так, 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 так. Ой-ой-ой, смотрите, смотрите, что происходит. Может подождать? Давайте подождем, наверное. Пока что. А, я уже сделал ямку. Боже мой. И? Мне кажется, они не все докатились. Они не все докатились. Блин. Суперприз был какой-то. Давайте в город пойдем посмотрим. Там, по-моему, нам 400 надо, чтобы что-то построить. А, нет, можем тут построить. За 300. Нам по 15 будет давать, да? Хорошо, обустраиваемся тут, обустраиваемся. Потихоньку город. Блин, эта палка тоже с нами едет. А, все, все. Ее уже нету. Так, сюда, сюда. Как будто бы это снег, да, такой? Давай, давай, давай. Дорогу, 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 дорогу. Идеально. Забираем. Нет, не надо. На месяц, на год можно подписку сделать. Просто, просто отлично. Сколько там уровней будет? Дыру, в какую дыру? Уже в какую-нибудь дыру, боже мой. А тут можно застрять. Надо обходить. Весь тут можно было застрять. У-ху. Красотища. Просто красотища. 16-й. Дальше, дальше, дальше. Быстрее, 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 быстрее. Давай тогда 20 уровней хотя бы пройдем. 20 уровней мы должны сделать. Ой, опасно. Ой, нифига себе. Ой, стрелка. Дурацкая стрелка, ребят. Вот и я попал вообще с этой стрелкой. Ё-моё. Сюда тоже нельзя попадать. Стоп, 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 стоп. Сюда идите. Так-то лучше. Ху-ху-ху! Эй!
Эй, застряли! Они застряли. Блин. Плоховато я сыграл, плоховато. Забираем. Идем дальше. Так. О, прикольно, вентилятор. Ух ты ж. Чего себе. Так. А тут как? Подожди, а что если давайте сюда попробуем угодить? Я не могу мотать, что ли? Я не могу вверх пролистывать. Только свип. Свипка можно вверх пролистывать, а без свипки сложнее. Да, ребят, без свипки сложнее. Уровень 18, 19. Все, 19 и 20. Смотрим. Заканчиваем. Слушай, ну игра прям вообще успокаивает, круто успокаивает. Так. Бу-бум. Главное не торопиться. Вот так вот. Потихоньку, помаленьку. Пошли, 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 пошли. Ну тут три звезды явно. Явно три звезды. Так, открываем. Нормальненько, нормальненько. И... Спасибо. На 20-м должно что-то быть, по-моему, да? Бонус. Да, бонус, отлично. Отлично, бонус, ребятки. Туп-туп. Топ-топ-топ. У-ху-ху. Так, куда теперь? Первую. Ух ты, нифига себе. Нифига себе, прикольно. Чего себе мы тут сколько соберем сейчас? Так, падаем. Да, пойду дальше. Мешает, мешает. Катись, катись, катись. Фига себе, сколько много. 4 не собрали, блин. Ну как всегда, ну как всегда, как всегда. 500 у нас есть. А не будем проходить этот уровень. Можно вообще тут просто все чистить. Можно прям вообще все идеально все так зачистить. Нам это пока что не интересно, мы хотим в песчаный город хотим посмотреть. Да, вот тут можем что-то построить. Отлично. Нормально, потихоньку развиваемся, ребятки. Надеюсь на ваши лайки и комментарии. С вами был Дарья Ди, и всем до скорого.